Слушай, сейчас вообще классно. Практически каждый заказ, который появляется, сразу же берется в Uber. Два заказа висит. Мне там написали, что-то похоже, вы хотели стать профессиональным гонщиком, что-то бла-бла-бла. Надо будет потом пересмотреть, что за херня вы там. Здравствуйте, я с другом поеду, хорошо? Да, конечно. Сейчас я маршрут не открою. Ой, это не вы меня разве в прошлый раз возили? Да, вы. На аэропорт? Да. Я думаю, что ко мне никто не садится, у меня, блядь, двери были закрыты. Вам на мост надо? Ау-ау. На мост вам надо? Нам на автобусе надо. А таксистом работает. Там машину можно в аренду брать? Да, можно. А сколько там они стоят? Не знаю, я на своей езжу. Так, там точку немножко не туда поставили сейчас. Тут чаевые могут там 5 тысяч, 10 тысяч оставить, поэтому типа можно спокойно тачку в аренду брать, она окупится. Да? Ну мы сегодня только с ним в первый день вот зашли играть, вообще первый прям день. Никогда бы не играли. Спасибо вам. Новички таксы пользуются, вот это я понимаю. Ебать, мы с ними круг проехали, а